юбилею Видного компания «Мегафон» подготовила для жителей города особенный подарок, модернизируя более 50% своих базовых станций четвертого поколения сотовой связи. Теперь абоненты этого сотового оператора смогут пользоваться интернетом по мобильной сети на скоростях до 100 мегабит в секунду. Это потрясающие скорости, не только для Московской области, даже для некоторых столиц, ведущих мировых, это рекордные значения. Ну, стоит сказать, что не у всех дома на проводном интернете есть такие скорости. В павильоне, установленном на Советском проезде, демонстрировались возможности улучшенной связи. Также здесь можно было получить консультацию у специалистов. А кроме того, каждый мог почувствовать себя строителем сети «Мегафон», сфотографировавшись на фоне макета базовой станции. Я тоже решила почувствовать себя инженером компании «Мегафон» и принять участие в этом большом деле. По высокоскоростной сети снимок тут же можно было передать в интернет в любую социальную сеть, а еще фото распечатывали на память. В палатке «Мегафона» всем желающим в этот день поднимал настроение мастер по аквагриму, чтобы всеобщий праздник был еще ярче. Скажи, у тебя есть телефон? Да. А какой оператор? «Мегафон». Также в качестве игры предлагалось построить сеть на макете. Если участник все делает верно, свет в окнах домов загорается. Почему «Мегафон»? Ну, потому что качественная связь, потому что 4G, потому что ловит везде. Мне просто нравится качество связи и доступность этой же самой связи. То есть мне этого вполне достаточно, чтобы сделать свой выбор. «Мегафон» – та компания, которая старается быть по-настоящему рядом со своими абонентами. К развитию сети здесь подходит персонализированно, учитывая ландшафт, территорию, население. Такой точный подход нам позволяет быть по-настоящему рядом к нашим абонентам, и мы надеемся, что они это почувствуют в ближайшее время, да, приобретя сим-карту, либо нашей компании, либо используя уже, да, они увидят, что данные передаются быстрее, да, качественная связь еще стала более качественна. Вот, чем оно было раньше. Хотелось бы поздравить всех жителей города Видного Ленинского района с праздником Дня города. Событие действительно важное, одно, наверное, из главных событий городских. Ну и «Мегафон», конечно, не остается в стороне от этого события. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.